никто ничего не объявляет. Я говорю, Асоль Чикина. Это вот вы, да, говорите? Да, 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 я вот что, уже... Что, говорю. Давайте, наверное, я буду в микрофон, да? А зачем? Нормально? Да не надо, да не народу. Все хорошо. Лежать. Место. Охраняй. Почерк хороший. Или такой толмач. Вот мне я писала. Аля. На центр. Там у нас компус. Лежать. 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 Сюда. Сюда? Собачку. Собачку. Вещь возле лопаты. Лежать. Лежать. Вот, сколько платили? Охраняй. Уходим в палатку. Ангелина. Вещь не охраняет. Смотри. Все, возвращайтесь. Возвращайтесь. Он ушел с собой. Снят. Видишь, моя прелесть. Снят. Все, профессионал закончил? Нет. Нет. А, рядом. Лежать. Охраняй. Выходим. Может быть, мы...
свободен? К сожалению, снят. Вторые мыши, да? Драйв. Белой собакой в таком костюме работать, она везет все. Юбки решет. Это он жестко собак решил. Рядом. У них всегда. У них халява раньше была. И прям, знаешь, даже это сам. Бежать. Собака на охраняй. Охраняй. Что молчать? Ну что, давай, рядом, просто попробуем.
Он сказал, да пошел. Я вообще показал. Все, что не дотягивается, собака не дотягивается. Мы это понимаем, но как нам оценивать? Мы же другие нарушения. До конца? Мы же до конца. Ну, до конца-то до конца. А, как баллов нет, ноль. Собака неуправляемая, она за это. Просто ноль. На охране, то есть, да. Нет, образно говоря, света. Да, да, да. Не так, не так. Если она не отпускает, хозяин снимает. Конвой на поводке. Нет, ну почему? Конвой. Он просто механически снимет, а там уже управляемый сам. Она вряд ли будет управляемой. Да, если она не снимает, она уже не управляет. Это 90%. Это единичные собаки, которые самостоятельно снимают. Меня кто-то копирует, что-то следует на вас. Если он сделал маску, то там... Реда? Правда. Вот для чего это? Вон на той дереве.
один штрафной балл. Thank you.
Собаки аскеты. А у меня, кстати, аккумулятор сел. Воды больше нет у вас, не устало. Для собак только себе. А есть? А вот здесь есть. Нет, вот это, да? Ну, Серега, оставь тоже, я попью. Я не откажусь. Ну, все довольны, да? Конечно, довольны. Вы немножко устали, я понял. Надо собаку было взять. Ну, мы зато посмотрели, как это. Тот, кто принимал экзамен, он вот я когда выходила, он, у меня к вам только один вопрос. А вы, говорит, сколько собаками занимаетесь? Я что историю рассказала. А до этого вообще этим не занимались? Я говорю, ну, так я не занималась этим. Плечами покупаю, пожалуйста. Ну, очень похвально. Нет, это вам, я бы хочу, чтобы мы тоже. Ты пахарный. Пахарный, я такие люди планирую. Так, ну что остается делать-то, потому что очень хочется. Когда увидела собак Сергея Павловича, думаю, блин, как я хочу так же, ну как я хочу, я очень хочу так же. Поэтому. Ну, да, все, это желание спортсмена, желание собаки. Собаки желание, да, Стивки есть желание, то пожрать. Ладно, ребят, все, давайте поедемте. Благодарим вас. Благодарим и низкий поклон вам, Сергей Павлович, за все, что вы в нас вложили. Благодарим. Я раз в 2009 году был на чемпионате России, и там команда приехала, человек 15 из Омска. И было всего 250 участников. Ого. Два дня длились соревнования. Вот там 250. Я зарядился. Представьте, парад, и все идут и гремят 250 человек. Это такая, там, как вот на 1 мая демонстрация. Я вот после этого просто вот, воодушевились, вдохновились. Да. В смысле, твоя команда столько была? Нет. Я там, откуда мы с сборной Алтайского края туда поехали. Я со Стаффордом, кстати, поехал. Проиграл там такой здесь начинающий. Ну, я профессионал, я был. Баранку мне поставили за УПД, баранку за ЗКС. Дай!
Нет, почему там Наталья еще? Давай. Почему гидра? ВШО теперь уже пошел. Да. Держать.
два шага назад. Сидеть. Рядом. 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 Девочки, помощницы, покормите, пожалуйста, нашего фигуранта. У него еще тренинг впереди. Работай, фигурант. Задержи. Я до этого смотреть не могу. Может, сиди даже это смотреть не могу. Это очень страшно. Это женщина может только.
Давай, конвой. Каковой конвой? Стой! Сидеть! Нарушитель задержан и сдан судье. Аплодисменты. Это все, да, у нас по защитному разделу? Товарищи судьи, это все? Защитный раздел весь? Да. День ужасов закончился. Так. Итак, наши соревнования подошли к концу. Теперь самая главная, приятная часть – награждение. Роман, включаем музыку. Да. Команду баллы можно посчитать. Ну, ну теперь надо. Вот. Так, теперь команда. Ну давай охраняй. Давай. Теперь считай. Давай. А я диктую. Сейчас я листочек достану, скидывать в баллы. Но у нас, смотрите, баллы профессионалов умножаются на 3, баллы любителей на 2, а баллы новичков. Так. Где у нас команда?